Приветствую вас. В первую очередь, наверное, имеет смысл признать, что мужчина вас чем-то удерживает. В первую очередь, наверное, имеет смысл признать, что мужчина для вас представляет, ну, скажем так, определенную значимость, да, определенную ценность, скажем так. В первую очередь, наверное, нужно признать, что человек какую-то ценность для вас представляет, какой-то интерес. Вот. Это, наверное, первое, на что вам необходимо обратить свое вообще внимание. Вот. И, собственно, вашу заинтересованность в нем, если таковая существует, необходимо реализовать. Потому что, если бы вам было все равно, если бы вам было без разницы на него, то давно бы вы с ним уже расстались. Другое дело, что признать то, что он вас чем-то удерживает, не очень легко, не очень приятно, вот. Гораздо более легче говорить о том, что человек не понимает, что отношения не нужны, и просто-напросто, да, как бы на него ответственность перекладывать за то, что вы не можете расстаться с ним. Вот, поэтому, как бы, посмотреть, чем он вас удерживает. Вот. А если не удерживает ничем, может быть, вы чего-то боитесь. Если же никакого эмоционального вовлечения нет, то совершенно очевидно, что вам просто не нужно дожидаться какого-то его согласия, да, согласия на то, чтобы расстаться. Не нужно дожидаться ничего, просто берете и расстаетесь с ним, если вы, как бы, считаете, то это, ну, то это правильно для себя. Вот. А вот, в принципе, так, в принципе, вот то, что можно вам сказать. Самостоятельно нужно расставаться, брать ответственность на себя самостоятельно, как бы. Вот. А это такой момент, на мой взгляд. И, на мой взгляд, именно так вам, собственно, можно ответить. Больше, наверное, добавить пока нечего, потому что слишком мало информации. Вот. Но, тем не менее, если вы доставите больше информации, то я полагаю, что можно будет вам что-то больше уже ответить тогда. Вот, в принципе, так, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.